Йоу! Всем привет, друзья! С вами снова Спайк, со мной сегодня Гуля, и сегодня мы попытаемся совершить самое легендарное ограбление этого города в Майнкрафте. Всем привет! Всем приветик! В этой серии наша цель ограбить 3 места в этом городе против 2 полицейских и кучи охраны, а также постараться сбежать на самолетах. Многие смотрят канал без подписки, я буду очень рад, если ты подпишешься и поставишь лайк. Спасибо и приятного просмотра. Гуль, сегодня нам предстоит совершить ограбление этого небольшого, но очень опасного города. Почему он очень опасен? Да потому что его охраняют 2 самых опытных полицейских мира. Ну, у нас тоже 2, так что я думаю, мы можем справиться. Ну, да, в принципе, силы более-менее ровные. Так, ну что ж, давай посмотрим, что нам приготовлено в сундучках. А тут довольно-таки все неплохо. Очень много каких-то предметиков. Есть камеры. Так, обожаю камеры. Смотри, какая пушка. Не, пушка, кстати, вообще крутая. Она полностью увешана обвесами. И мне кажется, с ней мы сможем что-то противопоставить. Блин, классная у тебя бронька, кстати. Во, у меня же такая же, точно. Вау. Прикольно, прикольно. Мы прям с тобой настоящие какие-то эти гангстеры. Тут и моя любимая камера, тут и какие-то новые мины. Это Arrow Landmine, то есть это мины со стрелами. Прикольно. И граната. О, эту гранату я помню. Знаешь, что она делает? Она превращает тебя в призрака ненадолго. Она превращает тебя в призрака, и ты можешь очень быстро бегать. Прикольно. Так, ну и Enderpearl. Так, давай с помощью Enderpearl тогда проберемся в город, наверное, да? Так, давай. Куда пойдем? На какую точку? Они уже вычислили, где мы? Я думаю, что вряд ли они знают, где мы пока что. Ну, мы смотри, мы в какую точку? А я видел там кто-то только что был. Ну, слушай, самое близкое это фиолетовое. Они не знают наше местоположение, поэтому они не поймут, что это самая простая для нас точка. И я предлагаю этим воспользоваться. Давай прыгнем куда-то вот сюда. Давай за мной, вон туда. Ну, давай. Я тоже кинула, надеюсь, долет будет. Так, долет есть. Я в воду прям упал. Так, рядом. Нам бы не спалиться, на самом деле, что мы здесь. Но вот они прям тут где-то колесили, я видел. Мне кажется, они были на каком-то транспорте. То ли на мопеде, то ли на чем-то, на машине. Так. Не знаю. Давай быстренько сюда прошмыгнем. Давай быстрее, да, в дом. Тут охрана. И они даже... Так, закрывай. Они хотя бы тревогу не подняли. Да. Они хотя бы тревогу не подняли. Я надеюсь, у них нету к ним доступа. Кстати, да, тут у нас есть камера. Так, а подожди, а что это за дверь? Тут железная дверь, слушай, и она ведет вниз, нам, походу, туда и надо, мне кажется, там хранилище. Это знаешь, на что похоже? На какой-то, не знаю, типа департамент какой-то или что-то типа того. Это если лучше у окон сильно не ходить, потому что они в окна нас тоже могут заметить быстро. Да. Надо прям у окон тоже аккуратно, так, это ты выстрелила? Нет. Кто-то в окно стрелял. Я нашел, кстати, камеру. Погоди-ка. К нам что-то кинули. Нас гранаты кинули. Да, там в двери он. Аккуратно. Стреляй. Давай. Сейчас помогу. Помогай. Блин, перезарядка. Подожди, я тоже отхожу. Давай вот сюда. Блин, нас нашли. Но у меня какая-то... Я какую-то камеру взял. Погоди-ка. Так, а что это за камера? А, погоди-ка. Ну-ка, на ней редстоун был. Я дверь открыл. Сейчас я тогда перезаряжаюсь. Мне в голову пришла гениальная мысль, что если открывать двери вот так, оставлять открытыми, то люди подумают, что как бы, ну, мы точно, ну, как бы, не, мы так, бы тихо, зайди, закрыли двери. Обратно. Сейчас я камеру привяжу. Так, все, я сейчас буду тебе с камерой помогать. Тут чисто, можешь выйти. Тут чисто. Ага. Так. Там фокус. Где? Так, вот тут? Вон там. Да. Так, вижу его. А, их там двое! О, полсердечка! Ну, пойдем, раз они оба там, давай сюда, вниз. Давай. Блин, я вот только не знаю, у нас выход-то отсюда будет какой-то или нет? Надеюсь, что мы не в ловушке, как, я не знаю. Да, как крыс нас тут поймали внизу, так, все, мы нашли то, что надо, деньги, надо, да, короче, нам получается сейчас убираться отсюда, так, давай лутанем, может тут отсюда реально выход никак есть? Нельзя? Можно, давай сюда, выход есть, блин, ну это было они бы... Они про это не знают, наверное, кстати. Я надеюсь, что не знают. Так, все, уходим, первая точка у нас залутана, но это было довольно... Погоди, я видел, стой, иди сюда за дерево, вон он на дерево, он на крышу как-то пытается забраться. Так, что у нас есть? Ну, использовать гранату, я думаю, еще рано. На призрачность. Давай пойдем просто вот так вот, аккуратненько. Капец, они прям как-то нас спалили. Я не знаю даже, как они это сделали. По выстрелам, может быть? Я думаю, да. Наверное, потому что они услышали, как мы стреляем по охранникам. Так, ну мы приближаемся. Тебя видели? Походу, да, потому что это плохо, это плохо. Бежим ко второй точке. Вот она, кстати. Вот она, вторая точка. Так. Кстати, я думаю, гранату нужно прямо на самый конец оставлять, чтобы можно было добраться. О! Самолетов. Попал!
попал, минус! Все. Это ты по мне попала? Кто-то по мне задит? Ну это я по тебе, по-моему, да, попала. Так, давай забегаем, что это? Это... Так, не понимаю пока, что это? Залетели, залетели! Так, я видел, опа, опа, кто там, кто там, кто там? Это фокус. Ну. Так, нужно тут конкретную лудочку быструю устроить. Ой. 3, 4, 1, пока 2. Что? Кодовую отвлекаю. Дверь. Отвлекай, короче, я ищу кодовую дверь, я ищу кодовую дверь. Так, блин, капец, тут пальба вовсю идет, жесть! Да, жесть! Так, у нас ничего нет, чтобы... Блин, ой, здравствуйте. Нам бы самим каких-то дымовушечек или типа того. Так, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Капец, они нас нагоняют. Все, я нашел. Тут был слиток золота. Нашел? Да, 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 можно сваливать. Ага. У нас осталась последняя точка. Так, где они, где они, где они? Слушай, я бы... Они где-то там. Я боюсь, мы отсюда просто не выйдем, если... О, погоди, мы... он где-то, походу... Они нас окружили, мне кажется, они нас окружили. Так, 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 я боюсь, по-моему, что... Диму видел вот, там. Вижу одного! Дима, Дима, ай! Дима, Дима! Капец, они быстро! Так, давай назад, заходи назад, заходи назад. Блин, окон очень много. Блин, это разрядка. Заходи назад, заходи назад, заходи назад. Вижу... Ай, блин, да, с двух сторон, слушай, с двух сторон. Давай вот сюда в окно, их здесь нет. Давай, здесь давай, нет. Давай, давай. В окно и вот сюда в кусты, в кусты, в кусты, в кусты. Угу. Засядем вот здесь, короче, и потихоньку будем пробираться... последняя точка осталась. К последней точке, да, 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 да. Так, где они, где они? Смотри сзади, я буду спереди подсматривать. Так, ну вроде нет. Блин, слушай, мы довольно-таки с тобой слаженно работаем. Я хоть... Видел, 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 вон. Да, он. Мне тоже нравится. Так, так, так. Только единственное, я боюсь стрелять, потому что я боюсь, что я в тебя буду попадать, и капец будет. Так, так, так. Ну, старайся просто сзади прикрывать. Сзади прикрывать. Так, 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 так. Блин, нормально, так-то они тоже накидывают. Но броня вообще выручает. Броня прям жестко выручает. Короче, знаешь что? Иди вперед к зеленой точке. Я их пока тут буду держать, потому что они пока не подходят. Они выходят из укрытия, получают несколько выстрелов и идут регениться. И я их буду тут держать. Ты иди на ту точку. Иди на ту точку, я к тебе я потом иду, резко я иду, выдвинусь. Я иду, я иду. Они не знают, что. Так, я... ну я почти на ней, я почти у нее. Так. Я у нее. Минус анул Дима. Давай, давай, быстрее. Пока ресается, ты, я думаю, можешь свалить. Так, ладно, иду, иду. Ой, иду, тут иду. Тоже этот охранник. Охранники! Раз... А, все, завалил. Короче, разберись, разберись там со всеми на той точке. Блин, я иду, а-а-а. Я иду, я иду, я иду. Так, 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 так. Я вроде... Ну, как ты, кстати, там фокус отвлекал? Я думал, он не услышал, что я сюда уже пришла. Так, тут карточка, первый уровень. Ну, они... Бери, 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 бери. Они в любом случае... Они в любом случае знают, что это последняя наша точка, поэтому они в любом случае сюда пойдут. Так, ну пока я никого не вижу, пока никого не вижу. Что ты там, нашла последнее что-то? Я не знаю, что... Я нашла карточку, только не знаю, откуда она. Ну, пойдем искать. Так, ну это же аэропорт. А, так, фокус, фокус, фокус. Идем, идем, идем сюда. Так, отлично, отлично. Не дать ему уйти, не дать ему уйти. Все, минус, минус, минус. Ищи, ищи, ищи. Может, вот здесь где-то? В самом не знаю, не знаю, не знаю. Аэропорту. Так, пойдем, пойдем. Может, вот где-то здесь. Так, 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 так. А где ты нашла? А, вот в этом сундуке, да, ты карту? Да, 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 в сундуке, в сундуке, в сундуке. Что-то в этом здании должно быть, я думаю. МБ вот здесь? Смотри, в самом аэропорту а, наверное, где-то. Возможно. Либо в ангаре, давай, может, здесь какой-то бункер. Либо посмотри наверху, на башню, на башню. Так, ну тут в ангаре вроде как ничего такого тут, нет. Тут есть какой-то подъем наверх, я наверх поднимусь сейчас, посмотрю, что тут есть. Так, давай, 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 давай. Ну, о! Так, там кто-то вернулся, кто-то вернулся. Хедшот, они оба тут, они оба тут. Слушай, я не знаю, как мы отсюда будем выходить. Давай, 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 Гуля, они уже наверху, здесь. Наверху, наверху, наверху. Я забрала тут кейс с деньгами, кейс с деньгами. Так, я спускаюсь вниз. Блин, я не знаю, мы отсюда вдвоем не уверен, что сможем уйти. У меня уже патроны, патроны типа заканчиваются. Так, 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 так. У меня, по-моему, последняя обойма. Живи, 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 пожалуйста, живи, пожалуйста. Ну, ты можешь, скинь мне предметы, я спасу все так, наши держи деньги. Так, короче, держи так и смотри, что мы сделаем, смотри. Так, 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 они сейчас подходить будут, блин, они уже здесь! Так, короче, я пошла. Короче, использую гранату, я их пока отвлеку, использую гранату, я их отвлеку. Все, беги, 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 беги. Я бегу, я бегу, я бегу, я бегу. Так, я максимально долго тут попробую продержаться, я максимально долго тут продержусь. Так, погоди, у тебя нету гранаты? Есть, я тоже использовал. Так, 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 я попробую их сейчас отманить. Ой, ничего себе, с ней бегаешь. Все, ай-яй-яй-яй! Да, 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 и похуй, блин, высоко очень. Так, 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 блин. Бегу, 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 бегу. Так, ну да, она нормально работает. Блин, у меня закончилось действие, она достаточно далеко. Ой, это ты мины тут поставила? Да, походу ты. Так, короче, все, беги, беги, беги. Я их сейчас буду держать здесь. Все, все, все. Блин, патронов реально нет, ребят. Патронов просто нет. У меня осталось. А, бегу, 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 бегу. А, все, меня убили. Давай, 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 Гуль, беги, 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 я бегу, я бегу. Но мы их жестко, мы их жестко на самом деле задержали. Я их смог отвлечь, и ты должна выбираться. Ты 100% должна выбираться. Где они, где они, где они? Так, тут по лианам, да, наверное? Я их даже не вижу. Я не знаю. Да, по лианам заберешься. Можно и через дом, наверное, было, но по лианам. И в самолет. Прыгай в самолет и улетай. Прыгай в самолет и улетай. Я их вообще не вижу. Да, блин, план, слушай, план сработал почти идеально. Блин, если бы я еще смог сбежать, это было бы вообще супер. Но
Ты все, улетаешь, да? Но, всё, к сожалению... да, я улетаю. К сожалению, я не смог сбежать, хотя, мне кажется, я мог под этой гранатой попробовать сбежать, но я решил их задержать, чтобы Гуля 100% смогла сбежать. И но что же... Это короткий эффект. Ну и на этом все, друзья. Надеюсь, что ролик вам понравился. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео. С вами был я, Спайк, Гуля и Дима, и фокус роли полицейских. Всем до скорых встреч. Всем пока! Всем пока! В конце ролика хотел бы выразить отдельную благодарность подписчикам на Boosty.